Віталій. Добрий день. Доброго дня, шановні глядачі. У нас свято наближається. Сьогодні у нас на дегустації не бомбична дегустація. У нас сьогодні на дегустації всім знайоме українське пиво. Це львівське різдвяне. Кожен його може бачити в рекламах. В Україні, кстати, вважають люди, що це похоже на Кока-Колу. Тобто, де коли бачимо рекламу, одразу можна вважати як різдвяний, як новогодній настрій та зимове пиво. Що ви можете розказати взагалі про пиво львівське, про львівську пивоварню? Так, ми якби багато говоримо о пивоварнях западних, але на самом деле і у наших пивоварень є своя історія. І понятно, що не завжди її можна прослідити, але тим не менше, навіть із названням марок пива львовського, ми знаємо, що пивоварня начала развиваться с 1715 года, и долгое время она находилась, это был еще не Львов, а пригород Львова, где она находилась, и она была местечковой. В свое время, уже в 19 веке, Роберт Домс взял шефство над этой пивоварней, и она уже развивалась под его патронажем. Кроме того, что он занимался пивоварней, у него еще были рестораны в Львове. Круто. В советские времена, то есть 39 года, пивоварня, которая, я так подозреваю, при Домсе она называлась, скорее всего, какой-то Роберт Домс, я название не нашел, если честно, было производственное объединение «Колос», это был львовский пивзавод, и это название практически продержалось до почти до 2000-х годов. То есть в конце 90-х уже акционерное общество «Колос» было приватизировано, оно пошло, стало частью холдинга скандинавской фирмы, честно говоря, не помню, как она называется, вместе с запорожским «Славутичем». Но уже в 2000-х годах, в 2010-х годах, оно перешло, и «Львовское», и «Славутич» перешло в холдинг «Калсберга». Но со временем права холдинга были упразднены, и теперь это полноценное пиво от корпорации Carlsberg, просто один из его брендов. То есть сказать, что пивоварня львовская сохранила какой-то суверенитет, наверное, нет. Это просто всего лишь, теперь это один из брендов, одна из пивоварен корпорации Carlsberg, датской пивоварни, датской корпорации. И, как я уже говорил, сложно понять, какое влияние Carlsberg оказывает на пивную индустрию, потому что есть определенные плюсы, которые привели Carlsberg к тому успеху, который у них есть, но есть и минусы, то есть есть известные случаи, когда Carlsberg негативно влияет на развитие тех или иных брендов, которые присутствуют в его холдинге. И некоторые бренды просто пропадают, некоторые заводы закрываются, и это печально на самом деле. Но львовское, на мой взгляд, я его там первый раз пил, по-моему, еще начиная с 90-х годов, оно держит марку, я сказал, и, на мой взгляд, это одно из лучших пив масс-маркета. То есть и за вот долгие годы, сколько я его пью, а я его время от времени пью, оно держит марку, то есть оно хуже не становится. Есть какие-то нюансы. Последнее время, честно сказать, я львовское пью очень редко, потому что мне что-то от него стало башка болеть. Не знаю почему, раньше такого не было. И пил я его всякое разное, все, что выпускали, я, наверное, пил, наверное, все, даже что у нас здесь редко продается, все равно мне где-то оно попадалось, я все равно его пил. Так что вот как-то так. Взагалі, хотів би за львівське сказати, за різдвяне. От в кожного пива є своя якась легенда, історія. От якщо я не помиляюся, за легендою іменно львівського цього пива, темного різдвяного, ним вгощали багатих людей та колядників. Да. На самом деле це дуже прикольно, і взагалі це пиво, якщо не помиляюся, випускається тільки на Новий рік, чи за перед Новим роком. Ну, скажем так, історія рождественського пива, не, м'яко говоря, не родилась в Україні. Це історія довга, і почалась вона, та історія, ще з дохристианських времен. Як ми знаємо, по юліанському календарю, по григоріанському календарю у нас Рождество 25
декабря. И на эти же числа выпадает праздник солнцестояния. Ну, то есть во многих религиях, во многих традициях этот праздник реально отмечается. Хоть у славян, хоть у скандинавов, хоть, думаю, у мусульман, у всех. Допустим, в той же Скандинавии есть такой праздник Йоль. Вот он там с 19 по 21 или по 22 число идет. И в Скандинавии варили пиво Йоль-Оль. То есть это вот с тех времен, с языческих, оно просто от традиций не стали отказываться, а просто адаптировали их к христианству, и эта традиция перешла уже и стала традиционной христианской традицией. И конкретно рождественское пиво в мире различают три типа рождественского пива. То есть это старый эль, который вот варили Скандинавия в основном, и потом оно постепенно переходило сюда, к Центральной Европе. Есть рождественский эль, который традиционно варят в США. И, естественно, эти традиции пришли от старого эля. То есть перекочевали через океан. Там просто адаптировали, скажем так. Потому что все-таки наплыв иммигрантов был довольно большой. И культуры перемешивались. Там просто вышел вот какой-то свой оригинальный рецепт. Он, ну, как бы, они на самом деле не очень отличаются друг от друга, но тем не менее. И третье традиционное пиво, которое считается рождественским, это бельгийское рождественское пиво. То есть это, обычно это пиво крепкое. То есть, в принципе, все рождественские напитки считаются темными. В принципе, традиционно они с добавлением каких-то специй. То есть это не просто темное пиво. И есть немножко неверная коннотация. То есть, говорят, вот это пиво варят специально к Рождеству. То есть подразумевается, что его сварили вот буквально на прошлой неделе, вот Рождество. Нет. Вкус темного пива со временем только улучшается. Поэтому это из тех же традиций, что и мартовское пиво. То есть вот сварили мартовское пиво для Октоберфеста, а следом после мартовского варили пиво рождественское. То есть оно варилось еще вот тогда, то есть когда вот хмель был, когда ячмени собирали, то есть это летнее, но оно выдерживалось вот до рождественских праздников. И даже считаю, что в Европе оно стало популярным именно благодаря Октоберфестам. То есть мартовское пиво пилось на Октоберфестах, люди, ну, мягко говоря, напивались пиво, то есть вот так уже, то есть уже все, хватит, типа. И удивить уже какого-то покупателя было чем-то сложно, поэтому пивовары начали делать что-то необычное. То есть, и вот эта необычность вылилась именно вот в эти рождественские сорта пива. То есть это пиво в первую очередь с добавлением чего-то. Традиционно добавляется корица, гвоздика, я не знаю, там, ну, что-то такое, что мы сейчас ассоциируем больше не с пивом все-таки, а с глинтвейном, допустим. Mm-hmm. То есть, и это имеет место быть и в пиве, то же самое. До речи, вы сказали за міцність пива. І от в різдвяному 4,2%. Вам не здається, що це чересчур легеньке пиво? Ну, подожди, если мы начнем всех колядников грузить пивом 8 оборотов, и боюсь, что они 2-3 дохаты пройдут, и все, и дальше не пойдут. Так что тут есть и нюансы. Я думаю, нет, допустим, именно бельгийские рождественские эли считаются самыми крепкими. Но культура употребления там немножко другая. Все-таки вот то, что я говорил, что у меня темный сорт пива ассоциируется с камином, тепло натоплено в доме, вот ты сидишь и выпиваешь это пиво. Вот это крепкие сорта пива. Пиво легкое, это все-таки для праздника. Когда люди собираются, люди выпивают, люди получают удовольствие не только от напитка, но и от общения. Круто. У нас же сегодня непроста ж дегустация. Тому у нас порівняльна, ми її можемо назвати ще, дегустація. Взагалі, от, скажіть, будь ласка, яка вам, от, ну, ми вже це, звісно, говорили, розказували, мені самому цікаво просто, банка, стекло чи розливне? Я, на самом деле, особой разницы не вижу в плане напитка. Скорее, это чисто функциональные или, как это сказать, утилитарные какие-то значения. То есть, банка в данном случае отлично сохраняет напиток. То есть она не пропускает солнечных лучей. Она быстрее охлаждается. Она занимает меньше места в холодильнике.
она легче, то есть напиток в ней, ну вот в пластике, и в ней это одинаковое по весу, грубо говоря, а может даже легче, черт знает. То есть чисто утилитарно банка идеально и для покупки, и для продажи, то есть пакеты с этим делом намного удобнее, чем, допустим, стеклянная тара. Стекло многие считают универсальной покупкой для пива, потому что якобы стекло, вот оно вот такое нейтральное, оно никакие вкусы не передает напитку, вот масса как бы плюсов, но есть и минусы все-таки. Это хрупкость этой тары, то есть оно может разбиться. Это все-таки, как бы его ни делали зеленым, коричневым, это прозрачность. То есть так или иначе, солнечные лучи — это самый главный враг пива, воздействует на напиток. И это ничего хорошего для пива не приносит. Ну и, соответственно, тяжесть. Оно тяжелое, но тяжелое, просто тяжелое. Ну, а разливное пиво, я уверен, что во всех вот этих трех сосудах одно и то же пиво. Ну, плюс-минус, скажем так. Если мы не знаем, в каких заводах, потому что сейчас Карлсберг варит одно и то же пиво под названием Львовское на всех своих, допустим, заводах. То есть и Славутич может варить, и кто там, я уже не помню. То есть Львовское может прийти из Запорожья, ничего страшного в этом нет. Это технология одна, да, рецепты одни, производитель один, ничего страшного. То есть условно мы принимаем, что они сделаны на одном заводе, налитые, грубо говоря, из одной бочки, и разница только в упаковке. То есть в чем разница колбасы, которую ты купил, и тебе завернули ее в бумагу, или колбаса, которая тебе в полиэтиленовом пакете? Да ни в чем, потому что это колбаса, колбаса и есть. Здесь примерно та же самая история, на мой взгляд. Я пропоную почати дегустацію і розлити ці напої в різну тару. Естественно. То есть мы к чему все это начал свели. То есть часто возникают споры, и есть приверженцы жестяной банки, есть приверженцы стекла, есть приверженцы разливного, что только разливное пиво самое правильное, потому что вот его нигде, там нету никаких консервантов, а вот в банках это специальные консерванты, а вот в стекле это вот там немножко пастеризация. Поверьте, пиво одно и то же. И мы хотим понять, так ли это на самом деле, или все-таки какие-то различия есть. Это будет, с одной стороны, сделать как бы непросто, то есть мы можем понять цвет или тот или не тот, чисто условно. А по вкусу, боюсь, все зависит от первого глотка, как пойдет. Так. Ну, а ви, друзі, до речі, пишіть також, як ви вважаєте взагалі, чи однакове пиво розливають, чи ні. От нам також цікаво, щоб можна було порівняти від вас, як ви вважаєте. Круто, Віталій. Видно, майстер на всі руки. На самом деле, я этим перестал заниматься давно, у меня просто было другое кольцо. А ввиду того, что кольца у меня серебряные, они обычно, ну, надолго их не хватает. Как-то, ну, жалко просто в результате. Хотя есть, я специально купил открывашка кольцо, ну, как бы это... Зачем? Чесно, на мій взгляд, не бачу поки що різниці. Ну, по цвету, да. Ну, как бы, вот, все одинаково. Единственное, что мы видим, здесь пиво самое спокойное. Здесь самая большая шапка. Здесь шапка поменьше, но они устойчивые и там, и там. Здесь она самая скромная, но, по-моему, устойчивость у нее тоже будет. Стоит сказать, что все-таки это пиво ближе к портерам, потому что используется карамельный солод, и именно карамельный вкус считается одним из характерных для рождественского пива. Это, то есть, ключевой вкус. А все остальное уже сопутствует ему. И все, что мы обычно чувствуем в этом пиве, это карамельность в первую очередь, и вот какие-то оттенки, вот, на мой взгляд, корицы, вот часто густо. И, наверное, мы не раз уже поднимали вопрос насчет горячего пива. Так. Вот. Так. И его тоже традиционно пьют Рождество.
Но он, на самом деле нет какого-то конкретного указания, что надо использовать только темные сорта пива. Потому что варят, есть такой польский напиток, ну коктейль будем называть, называется джанец. Потому что именно в Польше наиболее распространен этот вариант именно горячего, ну как горячего, ну да, горячее пиво. Оно готовится примерно так же самое, как глинтвейн, единственное, что оно не кипятится. То есть доводится до градусов, наверное, 80, ну от 70 до 80 считается, что, но чтобы не закипело. То есть первые пузырьки пошли, то есть оно нагрелось, добавляют туда все эти специи, там корица, бадьян, гвоздика, что там еще может быть, я не знаю, там цитрус сюда, может, сухофрукты какие-то, мед, вот обязательным условием добавления это мед. А який сам может знать это? Да нет, мед из нее. Ну как бы не читал. Я сам не делал, я все вот пытаюсь же какую год все думаю надо сделать и попробовать, но добавляется мед обязательное условие. И есть еще варианты, то есть варится все это дело минут 10, вернее не варится, то есть оно закипело, добавили все, убрали, 10 минут постояло, и потом оно типа настоялось и дается уже потребителю. Некоторые рецепты подразумевают под собой именно настойку в течение суток, то есть пиво нагрелось, кинуто специи, оставили его на сутки, и на следующие сутки его разогревают и уже дают уже готовым продуктам. И опять же, это все сводится еще к традициям лечить пивом. То есть суть какая вот этого подогревания? Чтобы пиво стало теплое и не расщепились альфа-кислоты хмеля. То есть хмель, это, как я уже говорил, хороший антисептик. То есть вот этот напиток, в результате который получается теплое пиво с медом, еще и лечебное. Ну, в народной медицине, естественно. Поэтому им часто-густо целители в средние века просто лечили. А сейчас, ввиду того, что уже такой необходимости нет, оно стало традиционным пивом. Хотя, справедливости ради, я все-таки скажу, я как-то об этом вылетал из головы. В советские времена пили мы пиво, и, допустим, зимой тебе могли предложить пиво подогреть. То есть, ну как подогреть? Я честно говоря, не знаю. Я всегда пил пиво холодное, которое вот сворачивается на морозе. То есть, его булькой, оно льдом сделалось. Но мы, вот, допустим, были в Одессе, возле Старокованного рынка была такая пивнуха. И вот мы то приходили, и там всегда предлагали. То есть, она уличная. То есть, там не было какого-то помещения, она уличная. И вот они всегда спрашивали, вам пиво подогреть или нет. Причем, подогревание пива было совершенно бесплатно. Вот такая вот история была. Но я ни разу не пробовал, честно говоря. Я не пробовал подогретого пива, я не знаю, какое оно, насколько оно подогревалось. Вот это так. Ну, тогда я попробую. Ну, куда же деваться? Так, и что мы имеем? Смотри, шапка здесь села полностью. Пивная крона, она маленькая, но она плотненькая. Здесь тоже шапка села, но пивная крона, она большая, но реденькая, прозрачненькая такая, ажурненькая. И здесь мы имеем тоже севшую, не до конца еще, пивную шапку, но корона здесь намного гуще. Вот. Серьезно? Да, такая вот королевская. И знаете, это как дизайн, вот, прям по дизайну за да. Стекло мне дуже подобается на вид. Ну, я же говорю, по цвету, здесь, по-моему, немножко темнее, вот, если так смотреть на свет, эти больше прозрачные, это... Не, ну эти, ну, два, вот, эти два одинаковые, вот. Это немножко плотнее, скажем так, но это не факт, это все визуально, и лампа немножко так, по-другому светит, вот и так, да. Так. Давайте пробовать. Я вважаю, что тут мы больше сможем сказать. Так, так что у нас на пробе баночки. Нет, я сейчас сначала себе понюхаю. Ну вот здесь чувствуется именно не карамельная нотка, а именно жженности, то есть как жженое солод. Так, это у нас в баночке пиво. Это на стекло. А здесь аромат немножко слабее. Но он тоже именно жесткость, не карамель, если пока не ощущается. А здесь даже какая-то сладость. Здесь вот тоже аромат почти не ощущается, но ощущается какая-то сладкая нотка. То есть самый ярко выраженный аромат у нас в банке. И возможно это именно благодаря тому, что это банка. Не благодаря, что пиво другое. Потому что это банка, это герметично, это
защищено от всех внешних воздействий, так что, возможно, это дает плюс, так что тут на банку наговаривать, думаю, смысла нет. А вот теперь мы будем пробовать. И ввиду того, что у нас получается это самое слабое, мы с него и попробуем. Кислинка, я бы даже сказал, цитрусовая кислинка ощущается. Если я говорил, что пиво, оно больше похоже, ну, рождественское ближе к портеру, то это скорее ближе к стауту. Оно сухое, то есть сладости нет, от слова совсем. То есть, да, ощущается плотность и ощущается вот где-то там, ну, даже нет, карамельность может есть еле-еле. Да. Карамельная, я сказал бы, фруктовая конфета, вот такая, то есть, она не сладкая, но цитрусовая составляющая очень такая существенная, на мой взгляд. Это вкусно, но оно совершенно спокойно. То есть это вот ближе к стауту. Или даже, может быть, к дюнкелу. То есть вот что-то такое темное, сравнительно легкое. Оно питкое, ввиду того, что оно спокойное. И с кислинкой. Такое... Хорошо ощутимые лимоны. Вообще, что лимоны сюда выдавили даже. Вот. Переходим к бутылочному варианту. Ну, аромат тоже так и остался слабый. А тут, на самом деле, пиво тоже спокойное, несмотря на эту большую шапку. Кислинки, она есть, но очень незначительная. Я бы сказал, что оно мягче. То есть здесь за счет этой кислинки оно такое более рисковатый вкус получился. Это пиво мягкое, спокойное, но тоже сладости там особой нет. То есть если есть вот такая карамельность, очень незначительная, даже она нет, она скорее не карамельность, а это скорее всего именно жженый солод. Mm-hmm. То есть опять же, мы приходим, что оно ближе к стаутам, чем к портерам. Ну и остается последнее. Ну, и здесь уже аромат выветрился, то есть не ощущается. Пиво тоже спокойное. Оно, сладость есть во вкусе, по крайней мере, больше, чем в этих двух сортах, ощущается. Кислинка есть, но очень-очень-очень слабая, даже слабее, чем здесь, чем в бутылочном пиве. И пиво скорее, ну тоже оно не к портерам, но тоже к стаутам, несмотря даже на эту относительную сладость, нет, оно сухое. То есть, чтобы из этого львовского рождественского пива сделать гжанец, то есть традиционное горячее пиво, сюда надо добавлять специй довольно много, скажем так. Поэтому они отличаются, честно. То есть они отличаются одно от другого и от третьего, но эти два сорта, то есть из банки и из бутылки, они между собой ближе, чем вот с этим пивом, который разливной. Оно вот реально отличается от этих двух. Здесь очень существенная кислинка. Именно такая цитрусовая. Я думаю, что для пива, в данном случае, для зимнего пива, это хорошо. Но я, честно говоря, ждал чего-то другого. Я давно не пил рождественское пиво или львовское. У меня есть на него обзоры, но это было реально давно. Но в целом, я же говорю, пиво спокойное, похоже на стаут. Вот так. Ну, я чуть думаю, не знаю, я даже таки придержусь того, что мы взяли с тебя на коле. Просто чомусь я думаю, що можливий такий варіант – це розлив. То есть, коли набиралося розливне пиво в кеги, або коли набиралося пиво в... Ну, плюс транспортировка, зберігання. Ну, да, нет, на самом деле, очень много условностей, которые мы не можем проверить. То есть, если бы мы это пили в цехе разлива, вот стояли бы возле линии разлива в жесть, в стекло или в кеге, мы бы сказали, вот набрали там из каждого крана и пробовали, о, да, оно разное или отличается.
А тут очень много факторов, которые так или иначе влияют на вкус пива. То есть, если кега условно идет от завода к складу дилера, потом уже идет на точку розлива, пиво одно и второе тоже, оно должно содержаться при определенных условиях. Я понимаю, сейчас зима, но все равно транспортироваться, храниться оно должно в определенных условиях, как бы там ни было. И каждый этот фактор нарушения этих условий может повлиять в изменение вкуса. Так что говорить однозначно о том, что пиво вот разное, нет, я же особенно вот банка и стекло, вот, ну, отличается очень несущественно, скажем так. И тут, я же говорю, очень влияет, вот, просто стоит оно на витрине в стекле, или оно стоит на витрине, допустим, в жесте, уже разница будет большая. Как-то так. Но, я же говорю, чисто по вкусу, да, вот пиво на разлив немножко другое. Ну, примем это как факт. Но сказать, что оно сильно отличается, то есть, нельзя сказать, что, допустим, это портер, а это стаут. Нет, они все к стауту там ближе все-таки. Здесь кислинки больше, здесь кислинки меньше. Все. Больше мы ничего сказать не можем за это дело. Я думаю, при слепой дегустации мы бы все-таки, опять же, это пиво выделили бы. Я не знаю, как бы это было, но неважно. Оно казалось бы немножко другим. А эти два очень похожи. Скажіть, будь ласка, які б ви підібрали без закуски до цього пива? Ой, традиційно к темним сортам пива, от к стаутам, все-таки, я думаю, подходить десерти. Ну, а якщо вчесть, що це рождественське пиво, то есть його вполне можна випити як аперитив перед рождественським ужином. То есть, или просто так, или под что-то, я не знаю, под какие-то легкие мясные закуски, под какую-то мясную нарезку. Но, кстати говоря, рекомендую, считается одним из самых лучших компонентов, который дополняет рождественское пиво, это какао. Вот, с какао, говорят, пиво вот, раскрывается совсем по-другому. Но, если мы говорим о том, что это пиво для, допустим, посиделок в баре, то, опять же, мы сводимся к тому, что это либо какие-то сладкие закуски, либо сухофрукты, чернослив, шоколад, возможно, мороженое, может быть. Ну, а если это не наш метод, как для меня, допустим, я не сильно себя представляю шоколадкой с пивом, то, конечно, что-то мясное, на мой взгляд, так. А я б гострив. От не знаю, що. От мені я пробував, коли це пиво, бо я порівнював між львівським дункелем і різдвяним. От, ну, чисто було цікаво. То дункель більш карамельний після присмаку, от таким щось теж какао, шоколадним, щось таким. А львівський більш, от мені показалося, от таким, ну, от прям темним, жоним таким. Да, ну, і навіть жонка тут не карамельність. І, ну, смотри сам. Мы же знаем, что выпускают в Бельгии, допустим, тот же шоколад с перцем чили. Я сам не пробовал, врать не буду. Но вполне вероятно, что почему бы и нет. Меня тут угостили капустой кимчи. Да, попробовать. Ну, там такое, что там, боюсь, некую резвяну не справлюсь. Не, ну, взагалі, я действительно погоджуся, что темное пиво, это действительно посмаковать. Да, оно в первую очередь не для неторопливого употребления, то есть вот сидеть или в компании за разговором, перед камином, играя в какие-то игры, которые вот мы обсуждали. То есть оно не для бесшабашного веселья, скажем так, оно все-таки для вдумчивого употребления и такого хорошего, доброго разговора. С него можно починать. Да, это потому что потом, да. Також хотів запитати, я знаю, що зараз багато крафтовиків додають хвою в пиво, в стаути, якщо не помиляюся. І от, ну, можна назвати взагалі це пиво також стаути різдвяним? Ну, так, да, на от крафтові пивоварні вважають, що хвоя один із... Она, я просто как бы немного пил з хвої. В принципі, по-моему, такой волинський бровар я пил, который идет там Форест. Стаут, по-моему, их называется. Ну, как сказать? Ну, во-первых, крафтовое пиво вообще такое испытание для любого пивомана, потому что оно само по себе горчее, чем пиво масс-маркет. И хвоя там добавляет этой всей горечи, и ты просто теряешься, что это было. Я тогда выпил, я просто офигел. А вот если
вот в такое спокойное пиво, или вот, допустим, горячий жанец добавить немножко хвои, оно, я думаю, дало бы некую пикантность. Но как угадать, сколько ее добавить, вот это сложность. И опять же, повторюсь, был рецепт когда-то, я даже когда-то варил пиво давным-давно, это было еще в 90-е, нашел где-то рецепт пива из сосновых побегов молодых. Mm-hmm. Да. И вот оно по вкусу было, ну, оно было как портер вот такой вот. И на самом деле вот эта хвойность сосновая, она вот там, в этом пиве, она вот разбавлялась, она вот не шибала так мощно. Я вот все пытаюсь это делать как бы весной, эти побеги, вот, и какой год уже, думаю, вот надо собраться, сделать, все, руки не доходят. Ну ладно, как-нибудь сделаю. И все равно. Дуже круто, да. Просто вы, ну, получается, не просто куштуєте також пиво і пробуєте повторити або зробити щось. Ну, да. Це дуже круто. Шановні глядачі, підтримайте Віталія в коментарях за його старання і щоб він приніс нам на дегустацію якесь своє зварене пиво. У мене є. А хто пробувати буде? Ну, вже так і вбить, буду пробувати я. Ну, давайте заключення, от, взагалі, от, по нашому різдвяному пиву. Що ви можете сказати про це? На мой взгляд, для меня, в принципе, темное пиво – это пиво зимнее. Вне зависимости, это Рождество, это Новый год или просто вьюга метель. Я его, у меня оно ассоциируется, хоть и не с горячей клюшкой, но все-таки это горящий камин, это какая-то вот праздничная атмосфера, какая-то елка, какие-то гирлянды, какой-то так полумрак, и употребление пива не подразумевает под собой какого-то там бурного веселья. То есть я бы даже сказал, что это пиво для одиночек. То есть, или выпивает это самостоятельно, или в кругу семьи, но вот как-то так, то есть, не в шумной компании. На мой взгляд, это так. В частности, Львовское, что мы сейчас поняли, пиво, оно все-таки в разных тарах или в разных способах транспортировки до потребителя, оно все-таки отличается по вкусу. Но я думаю, что проблема здесь не в том, в чем оно упаковано, а в некоторых других факторах, которые признают, собственно говоря, сами и продавцы, и сами производители. То есть предъявляют претензию к тому, что вот ты взял вчера бутылку Львовского, оно у тебя было один вкус, вот ты взял бутылку разливного литра, у тебя другой вкус, я думаю, бессмысленно. Пиво, скорее всего, все-таки одно и то же. Не скорее всего, а мы точно знаем, что выпускается оно одними и теми же производствами, разливается. Единственное, что я же говорю, оно может разливаться на разных заводах. То есть это, возможно, Львовское, это, возможно, Запорожское, условно говоря. Оно может разливаться в разный период. Как бы не была точна технология производства пива, то есть на данный момент никто там на глаз там ничего не сыпет, то есть есть громовки, есть рецепты, которые строго соблюдаются. Тем не менее, пиво, если не в одной партии, то в разных партиях может немножко отличаться. Потому что тут закончился этот хмель, добавили какой-то аналог. Потому что есть аналоги хмелей, которые могут использоваться либо так, либо так. То же самое с солодом. Где-то там pH воды прощелкали или еще что-то. Вариантов масса. Ну и, естественно, самое слабое место, на мой взгляд, это хранение и транспортировка. То есть, к сожалению, очень многие продавцы пива, как в малых магазинах, так в малых, особенно в магазинах, эти мини-маркеты, которые там вообще никто не заморачивается, поставили ящики-то и стоят. Если еще в каких-то там супермаркетах и гипермаркетах есть какие-то, возможно, холодильные камеры, это тоже не факт, то или даже кега доехать от завода до продавца может претерпеть таких нюансов, особенно с нашими погодами. Тут тебе минус 3, тут тебе плюс 12, поди разберись, а едет оно в одной машине тоже, которая не оборудована ни теплозащитой, ни рефрижератором. То есть нюансов очень много. Поэтому, как бы там ни было, пиво, на мой взгляд, и все три варианта вкусные по-своему. Эти два вообще мало отличаются одно от другого. Разливное отличается, немножко оно как-то выбивается из этого ряда. Но визуально вообще не отличается. Вот когда все пена села, вообще не отличается ничем. Поэтому вывод у нас какой?
хрен его знает. Короче, на самом деле все свелось к тому, что все это субъективно. Пейте пиво львовское, родительское, вкусное в любой таре. Это вкусное, главное, уместное сегодня пиво. Вот так, так. Так, так, так. Я полностью с вами згоден, але добавлю еще одну речку. Я уже, як сказав, може повторюся. Я б хотів би ну, таким все-таки пивом пригощати гостів от в новогодні там свята, чисто, от, знаєте, чисто по там маленькому глоточку, чи от, щоб взагалі люди пробували щось нове. Да, согласен. Вообще, на самом деле, в жизни, не то не конкретно сейчас, а вообще, в принципе, наша жизнь настолько утратила какое-то стремление к чудесам. Мы, выходя из детского возраста, вдруг перестаем ощущать этот праздник вообще. То есть, если у тебя есть маленькие дети, там еще ты с ними рядом где-то там эту толику радости еще принимаешь. А если уже дети повзрослели, то для нас это такая рутинная какая-то, такой, ну еще один день, ну, там, возможно, выходной. И все. То есть, сели, поели. Нет, надо в каждом дне, неважно, праздничный день или будний день, надо искать какую-то толику радости, которая бы... Это важно для жизни, так. Потому что будни, понятно, что оно все задолбает, но на самом деле ищите радость в каждом своем дне, в каждом глотке пива в том числе. Вот так я бы сказал. Дякую вам, Віталій. Спасибо. Хочу вас привітати з наступаючими святами. Вас также. Також вас, глядачі, пишіть також в коментарях свої привітання Віталію, нам. Ми будемо підтримувати також вас, всіх з наступаючим, з новому році, щоб ви куштували всі, все нове і нове пиво. Покупайте також... в магазині Бестсейл. Так, вот. Особливо зараз, коли скидки. Так, у нас перед Новим роком, у нас завжди, кстати, скидки. Ми стараємося підтримувати круглий рік оптові ціни при закупці від 4 баночок та 24 баночок. У нас діють оптові ціни. Ще раз, Віталій, дякую, да. Наступаючим. Вас так же. Всім дякую, всім гарного дня і заступаючими святами. Да. Щасливенько. Кроється кибель людей, в пиві ніхто не тоне, тонуть всегда в вас.